Помню этот матч, мне было тогда 9 лет, то есть в нашей семье была традиция посещать все домашние матчи футбольного клуба. На тот момент еще «Металлург». Это был как поход, как праздник. Мы с папой, взявшись за руку, через коммунальный мост, предмостный, шли. Была равная, очень тяжелая игра. На 80-й минуте мы пропустили мяч при счете 0-0. В концовке игры мы забили 2 мяча. Не помню время, второй мяч мы забили компенсированно. На 92-й там или на 93-й минуте. А ну тот матч, насколько я помню, мы проигрывали 1-0, да? И в конце игры, минут, наверное, за 10, за 15, забили мы гол, отыгрались. И потом победный гол у нас получился красивый. Там Андрей Служителев пошел по краю, сделал передачу, и мне удалось забить в падении головой. Игра была скучная, почти 90 минут толкались туда-сюда. И на 88-й минуте какой-то казанец забил на угол. Мяч поставили на центр. Александр Валентинович сейчас возглавляет дубль. Начал ругаться на своих коллег, товарищей. Ну, это нецензурная речь, если честно. Что можно сказать мотивационного на футбольном поле? Болельщики, конечно, я думаю, сыграли значительную роль в этом матче, потому что после того, как наши пропустили, помню, было массовое скандирование «Металлург, Металлург, Металлург». Ну и я думаю, что 12-й игрок завел команду. В Красноярске очень хороший болельщик, то есть очень активная поддержка была со стороны болельщиков. Соответственно, мы играли до конца всегда, то есть все 90 минут. И, как правило, все голы у нас приходились в конце матча. То есть мы могли отыграться там и выиграть игру. Я посмотрел по составу, было, кажется, человек 8 красноярцев играло, если я не ошибаюсь. Вот так вот. И еще на замене там сидели. Ну, наверное, все-таки это, конечно, характер. Это была фантастика. И все закончилось 2-1. Болельщиков было очень много на этом матче. Проигрывали 0-1. Ну, играли дома. Болельщики гнали нас вперед. Там перехватили инициативу. До этого была равная игра. Это точно, я помню, очень тяжело. Сравняли счет. Я помню, один из мячей забил Вадим Белофонов. Вот это я точно помню. И после этой, когда игра закончилась, болельщики начали скандировать. Чудо! Чудо! Начали кричать. И потом после каждого матча, когда мы выходили и скандировали болельщики, чудо давайте! Чудо давайте! Вот такая. Вот это помню.